К другим темам компания «Тверь спецавтохозяйство» выпустила на линию новые мусоровозы, которые будут перевозить твердые коммунальные отходы. Подробности в нашем сюжете. Региональный оператор регулярно обновляет свой автопарк. За первую половину 2022 года было закуплено 5 новых специализированных автомобилей. 4 из них курсируют по улицам Твери и транспортируют раздельно собранные отходы. Предприятие внедрило раздельный сбор мусора, и данная машина, представленная, как раз-таки занимается раздельным сбором мусора. Это позволит гораздо качественнее оказывать услугу. В рамках инспекционных выездов новые машины осматривают члены общественного совета при главе администрации Заволжского района. Новая техника способствует улучшению сбора мусора на территории района и на территории города. Это очень важно, потому что есть и обращение граждан, и обратная связь от жителей о том, что мусор необходимо чаще и больше вывозить. Кроме того, в августе в нескольких муниципалитетах Верхневолжья сотрудники ЦАХ заменили устаревшие железные емкости для сбора отходов на современные евроконтейнеры. Сейчас в Тверской области активно идет работа по созданию новых и переоборудованию действующих контейнерных площадок для организации раздельного сбора отходов.